выясняли отношения при помощи кулаков, правда, по другому поводу, и депутаты Рады. Очередной инцидент произошел в прямом эфире украинского телеканала. На этот раз непреодолимые разногласия возникли между Сергеем Шаховым и его коллегой Игорем Мосийчуком. Все началось с того, что Шахов обвинил Мосийчука в том, что тот посещает гей-парады. Оппонент возмутился и потребовал извинений. Перепалка с взаимными оскорблениями довольно быстро переросла в драку. Животное! Так, тихо! Что ты? Ты уже заспокоился! В какой-то момент в ход пошли даже подручные предметы. Разнимать депутатов бросилась ведущая. Но это не смогло остановить разгоряченных парламентариев. Они продолжили выяснять отношения на выходе из студии и в лифте. Ты животное, понял?